have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы сегодня находимся с вами в очень необычном месте. Выглядит оно тоже не совсем обычно, даже очень даже необычно. Крутить мы тут ничего не можем, в принципе, вращать, участвовать мы здесь можем только посредством кнопок. Вы сейчас поймете потихонечку, как мы будем продвигаться, вы будете понимать, какой трэш и садомия тут происходит. Освещение можно, кстати, включить настоящее, может, не настоящее. Теперь, тут мы как бы управляем тем, что у нас лежит на столе или не лежит. Кстати, ноутбук почему-то не работает. Но суп работает, ладно, можно ничего. Управлять комнатой. Мы можем сделать комнату, просто зеленый экран, космический корабль. Дефолтово это у нас вот это. Кухня, класс, если что. Самолет со звуковыми эффектами, между прочим. Туалет общественный. С супом, да? Нормально. Ты бы поел суп вообще в туалете? Нет. А, так, хорошо. Офис. Офис, кстати, прикольный, мне нравится. Квартира. Если тени смущают, можно просто вот так сделать, и, в принципе, норм. Да, ФНАФ. Are you winning, son? Блин, вот это просто был бы идеальный мимас. Are you winning, son? Тыщ-тыщ. Ладно, сейчас до этого дойдем. Есть ФНАФ еще такой. В общем, выбор просто огромнейший всяких декораций, которые, наверное, все даже слушай, пролистывать. Найди Revenge. Это Ninja Edit. Где? Вот, как, вот это? В ударах. Сейчас, погоди, до этого мы сейчас дойдем. Теперь, Dummy 1 и Dummy 2. Здесь можно прописать любой ник, который у нас будет. И мы можем сделать вот так. Нажми на Enter. Ну, на Enter я-то и нажал. То есть, оп. Они потом при движении, они срабатывают потом, когда ты нажимаешь. Теперь, во-первых, здесь мы вводим ники тех, кого и с чем мы хотим что-то сделать. Здесь мы ставим на столе что-нибудь или ничего. Здесь мы выбираем декорации. И, наконец-то, выбор движений. То, что можно сделать. Кстати, почему-то не сработало... А, потому что я неправильно написал. Вот теперь это выглядит. Да, я тупо сделал ошибку в своей имени. Можно сделать так, 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 так. Или вот так. Найди. Кстати, вся жизнь отсылка к Джорджу, да, если что? Бросать в окно, бить веслом, стрелять, пинать, мстить. Слушай, найди карту, где был допрос. Идет сэндвич. Да, идет сэндвич. И карту допрос. Это такое получится. Так, погоди, какая была? Ниже. Офис. Не, вообще ниже. В самолете это выглядит прикольно. Are you winning, son? You're idiot sandwich. Так. Вот. Вот это? Да. Тут, кстати, такой... музыка еще такая. Такой допрос. Кто ты? Лазер. Миниган. Душение силой. Бросаешь мусорку. Лазерная сабля. Бэнг. Вот этого я раньше не видел. Это что за трешак? Ёлки-палки. О! Say something? Say something. Суп, кстати, в воздухе парит. Нет, ну вот эта тема, кстати. Под такой тупой музончик еще тут. American Gov Sang, это такой старый мимас. А если что, ребят, мы тут выкрутили немножечко потише, потому что звуки прям очень громкие в этой игре.
Поэтому сейчас музыка звучит немножко потише, но в принципе... Там кто смотрит через дверь? Сас. Так, это Dance Voodoo Doll. Прикольно, кстати. Это старый мем. Да, это я помню. Ёлки-палки, стендо. Прикольно. Отправляешь свой стенд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убийство Among Us. Ой, тут, кстати, их несколько. Это я видел. Эком-буком. I'll give you fire. Ну-ка, ну-ка. Так, давайте, наверное, знаете что? Немножко поднял все-таки звук, чтобы было... Так, зомби-атака. Да, это было. Give you fire. Вот, Among Us. Убийство ножом. Among Us, убийство пушкой. Next snap. Неплохо. Так, хорошо. Теперь, ребят, это что касается того, что здесь можно сделать, какие декорации. Здесь вы можете вписать, например, если вас бесит кто-то из ваших друзей, или вы хотите поприкалываться, или вы хотите снять какое-то прикольное видео, просто на второго дамме вы вписываете того, кого хотите. И все. И теперь вы танцуете со своим другом. Или же ваш друг лупит вас кувалдой. Или вы получаете еще вот так, ногой. Кстати, или вот так. Но можно сделать и так. Поэтому можете сюда вписывать абсолютно любые ники. Roblox подгружает сюда фигурку того персонажа, кого вы вписываете. Но это еще не все, потому что здесь есть мультиплеер мод. Сейчас мы пойдем туда и посмотрим. Итак, это у нас мультиплеер мод. И здесь подгружаются случайные игроки. Мы здесь можем... делать все то же самое, подгружать декорации, пицца, например, освещение вырубить. Но здесь у нас будут каждый раз подгружаться разные игроки, которые участвуют на этом серваке. Наверное, мы тоже где-то там будем участвовать. Можно лупить веслом. Она... О, теперь она... Я думал, она сама себя лупит веслом. Игроки подгружаются... О, тебя выкинули в окно! Это прикольно. Да. Так, пушка, миниган, лайтсейбер. Короче, да, здесь не надо выдумывать, кто будут первой и второй дамми. Здесь просто подгружаются все люди, которые есть на серваке, и получается довольно такой смешной микс. Кстати, там... Мусорку тебе в лицо! Там возле Кирк есть... Revenge. Вот, немножко выше. Да, кстати, я его смотрел. Мы... Это было прикольно. Хоп. Revenge. Так. Атака на титанов, серьезно? Тут тот же самый танцульки есть. Почему-то, вот все здесь бесплатно, но почему-то сковородка и нож, они донатные. Я не знаю, как это все происходит и зачем это все происходит, но эти две вещи почему-то донатные. И... Причем все остальные локации бесплатные. Ага, blue screen with table, no table. Неплохо, кстати. Я до сих пор ржу. ФНАФ, чай не спится.
Можно поставить супчик. Жалко, что лэптоп не работает. Серьезно, ты его включаешь, но пятикрутка не прорабатывается. Потому что есть head smash. Вот так это выглядит очень смешно. Макаешь человека в суп просто. Оп, оп, оп. А мне очень нравится идет сэндвич, он где-то просто... Кстати, да, где у нас там был идет сэндвич? Вот. Ага. Вот тут в закусочной это выглядит неплохо. Реально. Так, зомби атак. Good deal. I give you fire, you give me rock. Good deal. В общем-то, очень прикольное местечко для того, чтобы поприкалываться с друзьями, если вдруг они у вас есть. Да. Так вот, в общем-то, такая игрушка получается, по-моему, очень прикольная, очень классная. Можно много всяких вариантов, можно много всяких возможностей здесь... Опять же, просто поприкалываться или с помощью этого снять какое-нибудь классное видео в будущем. Так что, ребятушки, заходите, экспериментируйте. С нашей стороны мы крайне рекомендуем вам эту игру. Она очень прикольная, очень веселая. Несмотря на то, что это такой конструктор, по сути, это не игра, но здесь можно провести довольно много веселого времени. Ой, и встретить много хороших ситуаций. На этом, наверное, будем пока же заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцов. И всем пока. Всем пока, да.